Всем привет! Купили вот такие вот корзиночки, кстати, маленькие корзиночки. Но я считаю, что корзиночки это большие, но это маленькие корзиночки. Вот, производитель это Невские берега, сейчас посмотрим, что за город, место производства где. Ой, производство не написано, но, скорее всего, в Санкт-Петербурге делают. Написано песочно-абрикосовая с помадкой. Интересно, а с Москвы везут или с Санкт-Петербурга делают? Ну ладно. Ну, давайте открывать. Итак, сразу по упаковке. Ну, открылось, ладно, открылось нормально. Пока претензий нет. Это было сейчас. Ну, это очень острый край, мне не понравилось. Ну, реально можно порезать руку. Ну, как-то когда такой пластик именно делают, ну, упаковочный. Ну, вроде пока открылось хорошо, претензий никаких нет. Так, вот они сами помадки. Выглядят, конечно, они потрясающе красиво. Ну, довольно-таки шикарно. Прям на слюнки текут, слюнки бежат, бегут. Давайте вот с этой вот начну. И везде, смотрите, разное количество вот этого... Не шоколад это, я не знаю, забыл, как называется. Ну, шоколада, в общем. По запаху... Не пахнет почти ничем. Ну, странный такой запах. Ну, давайте пробовать. Она мягкая внутри. Повидно. Не пойму только, какое повидно. Яблочно, не яблочно. Крем как помадка, но мягкий. Ну, прикольно, что мягкий. Тесто толстенькое, песочное. Очень вкусно. Ну, не знаю, честно скажу, что мне понравилось. Единственное, я сниму балл за то, что это помадка, потому что я не очень люблю помадки, ну, сами по себе. А так печеньки потрясающие. Ну, по баллам поставлю за это 9 баллов из 10. Ну, если вы любите больше так к помадкам, то как бы такое берите, ну, рекомендую. За это чистая девятка, хорошая штука, мне понравилась. Покупайте такое. Спасибо вам за просмотр. С вас Спортсерх, подписка. Пока-пока.